в нашей области живут настоящие патриоты, которые искренне любят свое отечество. Так и сегодня здесь собрались те, кому не безразлична судьба родного края. С радостью поздравляю команду организаторов и участников движения Street Workout с первым юбилеем. Друзья, самая первая площадка, вот не лукавя могу сказать, самая первая профессиональная площадка появилась именно здесь, в Балаково. Не в Саратове, а здесь, в Балаково. И мы по праву считаем Балаково самым спортивным центром, самым спортивным городом Саратовской области. Спасибо организаторам соревнований сегодняшних. С праздником, с Днем России! И сегодня на нашей земле Балаковской мы приветствуем участников открытого турнира по стрит-воркауту. Я желаю вам всем победы и новых достижений. Вперед! Сегодня, 12 июня, на первой площадке возле форума проходит мероприятие, посвященное Дню России. Молодые ребята показывают свои выступления. Также их пришли поддержать их родные и близкие, друзья и подруги. Давайте же спросим их мнение. Хотели бы вы лично поучаствовать в данном мероприятии? Хотел. А почему же вы не на площадке? Просто хотел, сначала хотел посмотреть, как там, какие участники. Может, в следующем году буду участвовать. Я надеюсь, у вас все получится. Желаю вам удачи в следующем году. Давай-давай, горизонтом вместе, супер! Отжимания в горизонте, ноги врозь. Походка на горизонте, это очень мощно. Супер! Максим просто не чувствует гравитацию. С какой целью вы пришли на данное мероприятие? Мы пришли поддержать племянника. Поддержать ребенка. Поддержать всех и своего внука. Думаю, вы за него волнуетесь, не так ли? Конечно, волнуемся. Вы впервые на данном таком мероприятии? Естественно. Каковы ваши ощущения, чувства, эмоции? Нравится, интересно. Ребята должны заниматься, потому что это здоровье, здоровый образ жизни. Придется выступить, когда они будут дать. Окей, друзья, аплодисменты. Огонь. Просто пришли посмотреть. Чем занимается молодежь? А в будущем не желаете, чтобы ваш сын занимался таким же видом спорта? Ну, почему бы и нет, если он захочет? А вы не считаете, что Балаково является спортивным городом? Да. Сейчас стало спортивным, до этого нет. Сейчас много открывается площадок, как бы много вот спортивных комплексов. Сейчас это стал спортивный город. Отлично, перевод не видит, ты выдержи. Зовут меня Максим. Сколько вам лет? 21. Как давно вы занимаетесь воркаутом? Примерно года 4. В чем особенность этого спорта? Не знаю, учит дисциплине очень хорошей. И просто это моя жизнь. Адреналин голову бьет, вам это нравится? Конечно, да. Музыка решает. Владимир. Ты откуда? Саратов. Самый сложный элемент для тебя был?
самого сложного нету, но когда делаешь комбинацию, самый последний элемент становится очень тяжелый из-за того, что мышцы забиваются. На какой стадии развития воркаут в городе Балаково? Сегодня, 12 июня, нам юбилей, нашему движению в городе Балаково 5 лет. И за это время было построено много площадок на территории нашего города. У нас есть порядка 8 площадок, где можно проводить полноценные соревнования. И мы очень рады, что этот спорт развивается. Вот сегодня у нас проходят областные соревнования по воркауту. У нас участвуют города со всей области. Саратов, Энгельс, Хвалынск, Вольск, Шиханы и, конечно же, город Балаково. Мы очень рады, что сегодня мы смотрим список участников, и у нас очень много новичков. Мы видим, что этот спорт развивается и будет развиваться и дальше. Вливается молодая кровь в этот спорт каждый год. И буквально со следующей недели мы уже начинаем разговор о развитии программы «Дворовый тренер». Это программа занятия с детьми на таких спортивных площадках бесплатно. Заниматься будут наши ребята, которые занимаются воркаутом, имеют опыт выступления и которые могут показать этим детишкам от начинающих упражнений для новичков до профессиональных упражнений. Сейчас мы находимся на второй площадке, где финишировали велосипедисты. Велопробег начинался возле обелиска. Велосипедисты проехали через весь город и финишировали на главной улице города Балаково. Сейчас мы узнаем, как далась дистанция участникам велопробега. Каковы ваши ощущения? Очень здорово, понравилось. Спасибо большое организаторам, которые организовали такой велопробег. Здорово, побольше таких мероприятий. Я взял велосипед, накачал колеса и поехал. Сидоров Юрий Васильевич, мне 76 лет. Я занимаюсь 50 лет с лишним спортом. Как вам удается держать такую форму? Я занимаюсь каждый день, занимаюсь пробежками и зарядкой, и занимаюсь над собой, работаю над собой. Я призер России по лыжным гонкам, участник чемпионата мира по лыжным гонкам и призер России тоже по лыжероллерам. Как у вас настроение? Отлично. Как вы сюда попали? На велосипеде. Хочу всех поздравить с праздником и поблагодарить организаторов за это мероприятие, за то, что собрали всех велосипедистов и тех, кто ведет здоровый образ жизни. Почему ты здесь? Ну, потому что два колеса – это мой смысл жизни. Сегодня мы все вместе с вами гордимся нашей Россией. Всех с праздником, всех благ, счастья, здоровья, любви. Девки молодые свели меня.
Позвольте мне поздравить всех с замечательным праздником, Днем России. Мы гордимся, что мы живем в такой замечательной стране. Мы гордимся, что нашу страну возглавляет такой президент. Сегодняшний флешмоб показал, что мы не только живем нынешним днем, но мы бережем те традиции, культурные прежде всего, и спортивные, которые были на веку у нас в России. Поэтому вся Россия сегодня танцевала, и мы вместе с ней танцевали. Поздравляю всех еще раз с праздником, всем хорошего настроения, мира, добра, солнца, и тогда все у нас получится. Спасибо.